Власти Перу ввели 60-дневное чрезвычайное положение на юго-востоке страны из-за загрязнения окружающей среды ртутью. Мир не готов к угрозе со стороны инфекционных заболеваний. Об этом сообщила глава Всемирной организации здравоохранения на 69-й ассамблее ВОЗ в Женеве. Власти Греции объявили, что начинают эвакуацию стихийного лагеря беженцев Идомени на границе с Македонией. В настоящее время там проживают около 8 тысяч человек. Чрезвычайное положение из-за загрязнения окружающей среды ртутью ввели в департаменте Мадре де Диос в Перу. Оно будет действовать 60 дней. Указ подписал президент страны. Правительство издало верховное постановление, которое в соответствии с законом управления рисками стихийных бедствий объявляет чрезвычайное положение в 11 районах провинций Ману, Тауаману и Тамбопаты из-за ртутного загрязнения. К экологическому бедствию привела деятельность нелегальных добытчиков золота. Они используют ртуть для отделения драгоценного металла от породы. Затем ее выбрасывают в реку. Таким образом, в бассейн Амазонки ежегодно попадает 40 тонн ртути. Ее высокое содержание в окружающей среде также уничтожило в Мадре-де-Диос более 100 тысяч гектаров тропического леса. Власти Перу намерены искоренить нелегальную золотодобычу. Во-первых, мы хотим взять под контроль незаконную добычу. Во-вторых, ликвидировать ее. В-третьих, оказать медицинскую помощь людям. Как показали исследования, от загрязнения ртутью больше всего пострадали представители коренных народов Перу. В их организме обнаружено высокое содержание опасного металла. Индейцы наиболее уязвимы перед лицом этого экологического бедствия, поскольку в их рацион питания постоянно входит рыба, а ловят ее в загрязненных ртутью реках. Правительство Перу организует мобильные медицинские пункты для оказания помощи индейцам. Оно также откроет центры наблюдения за состоянием воды и живых организмов в Амазонке. Кроме того, планируется проводить просветительские кампании среди населения. Распространение инфекционных заболеваний, а также изменение климата и появление новых вирусов – самые актуальные проблемы международного сообщества в сфере здравоохранения. Об этом сообщила глава Всемирной организации здравоохранения в понедельник. Маргарет Чан, выступая на 69-й ассамблее ВОЗ в Женеве, призвала укрепить национальные системы здравоохранения. Она также отметила, что мир больше не может повторять неудачи, подобные той, которая проявилась в реагировании на Эболу. Сегодня мы видим, что возрастает угроза со стороны новых и возрождающихся инфекционных заболеваний. Мир не готов к такой угрозе. После изучения реакции мира на Эболу стало понятно, что системы здравоохранения, как первая линия обороны, должны быть укреплены. Маргарет Чан отметила и успехи прошедшего года. По ее словам, значительный прогресс был сделан в ликвидации полиомиелита. Кроме того, успешной была недавняя антитабачная кампания в Великобритании. В то же время глава ВОЗ предупредила об угрозах, исходящих от политики, направленной только на получение прибыли. По мнению Чан, она ставит под угрозу жизни людей. Ее результаты – это изменение климата и устойчивые к антибиотикам вирусы, и увеличение числа людей с хроническими незаразными заболеваниями. Изменение в жизненном устое человечества на планете предоставляет изменчивому миру микроорганизмов новые возможности для развития. Неожиданности будут происходить постоянно. Один из самых недавних примеров таких неожиданностей – открытия, сделанные в отношении вируса лихорадки Зика. Ранее считалось, что заболевание не опасно и не вызывает последствий. Однако недавно ученые доказали связь между Зика и случаями микроцефалии у новорожденных. Дети рождаются с аномально маленьким черепом, из-за чего вырастают умственно неполноценными. Также есть опасения, что Зика может вызывать тяжелые неврологические расстройства у взрослых. За последние несколько месяцев в Бразилии было подтверждено 1200 случаев рождения детей с микроцефалией. Эксперты считают, что большинство из них связаны с Зикой, особенно учитывая тот факт, что в стране продолжается эпидемия лихорадки. Власти Греции планируют начать эвакуацию из стихийного лагеря беженцев на македонской границе.
По словам представителя греческого антикризисного комитета по ситуации с беженцами Йоргоса Киритиса, операция начнется во вторник вечером и продлится около недели, максимум 10 дней. В настоящее время в лагере Домини находится около 8 тысяч человек. Люди уже несколько месяцев живут в палатках в очень плохих условиях. Здесь часто вспыхивают стычки как между самими мигрантами, так и между ними и македонской полицией. В основном в лагере разместились беженцы из Сирии, Ирака и Афганистана. Родственники многих успели перебраться в Западную Европу до закрытия границы. Греческие власти не раз предлагали обитателям Идомени перебраться в официальные лагеря, однако те отказываются. Многие не теряют надежды, что Македония снова откроет границу. Я остаюсь в Идомени, мне не нужно в лагерь, мне нужно остаться в Идомени. Мигранты также на протяжении месяца блокировали железнодорожные пути, из-за чего поездам приходилось ехать в обход. В настоящее время рабочие строят ограждения вдоль путей, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. Лагерь планируют эвакуировать полностью, не оставив здесь ни одной палатки. В операции будет задействовано 50 полицейских отрядов. В понедельник к Идомени начали стягиваться автобусы для перевозки людей в официальные лагеря. Некоторые мигранты тут же добровольно заняли места.